Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю распаковку вот такого набора Шопкинс. Вот такой вот набор. Так, давайте прочитаем, что здесь написано. Так. Это у нас серия номер 5. Тут в коллекции у нас всего будет 20 шопкинсов плюс 4 рюкзачка. Так, вот тут нарисованы такие красивые шопкинсы. Написано «Мега-набор шопкинс». Тут написано 5+. Фирма «Мусс». Вот. Так. Сейчас я переверну, посмотрим. Тут вот показана не вся коллекция шопкинсов, но некоторые из коллекции. А вот здесь вот у нас в таком журнальчике нарисовано, что есть в этом наборе. 20 шопкинсов, 4 рюкзачка и одно руководство коллекционера. Вот. Тут тоже у нас вот сейчас шопкинсы нарисованы. Фирма «Мусс». Собери всю коллекцию. Ну, мы постараемся. Хотя их там очень много, я не знаю. Так, давайте открывать. Так, вот. Я тут уже открыла шопкинсы. Вау, какие они тут крутые в этом наборчике. Так, вот здесь есть еще у нас шопкинсы. Вот в этих чемоданчиках. Вроде бы должно быть еще. Так, вот у нас вот тут еще шопкинсы. Сейчас я их достану. Так, вот я открыла вот этих шопкинсов, достала из упаковочки. Так, давайте посмотрим, есть ли что-то в этих рюкзачках. Честно говоря, вот я не знаю, я не видела, как их открывают. Может быть, там и нет ничего в этих рюкзачках. Сейчас посмотрим. Нет, вот в этих нету. Наверное, вот эти вот шопкинсы должны были быть в них. А в этих посмотрим. Сейчас... Это тоже нет. Нет, посмотрите, у нас там кто-то, я вижу, есть. Сейчас мы откроем. Вот, посмотрите, какой нам кексик, подвеска попалась. Вот, давайте вот так вот его будем держать. Смотрите, сейчас я вкладыш быстро возьму и прочитаю, кто это же у нас такой попался. Так, ищу. Так, как тут много подвесок, даже не разобраться. Сейчас нашла. Вот он. Вот, посмотрите. Ой, вот этот вот. Вот этот. Вот он. Вот этот нам попался. Вот, посмотрите, сравните. Вроде бы похоже, да. Я пока положу его в свой домик, в сундучок. Пусть там будет. Сейчас я еще открою вот этот рюкзачок с песиком. Так, посмотрим, кто же здесь. Так, и мне попалась опять подвеска. Ну, мне прям повезло, редкие попались. Так, и это у нас молочко. Сейчас я вам покажу его. Вот, посмотрите, вот это. Sprit Milk его зовут. Вот он. Вот, давайте сравним. Вот такой красивый шопкинс у нас попался.
Так, и я его положу тоже в его же домик. Так, давайте же посмотрим, какие нам еще... Вот посмотрите, какие тут вот есть шопкинцы. Давайте сейчас всех я открою даже сундучки, и мы их все посмотрим. Вот так вот пока положу. И давайте подведем итог, какие нам шопкинцы попались. Вот, смотрите. Это все наши шопкинцы. Сейчас я их посчитаю. Да, 20 штук у нас, такие красивые. Еще и вот этот вкладыш большой. Вот он, большой вкладыш. Вот такой большой. Хочу на обратной стороне. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Всем пока! Пока!